Так, расскажите, пожалуйста, для чего вы здесь собрались? Мы собрались против отмены постановления о традиционном сборе на светофоре и в лице огни, потому что само по себе это является кабальным. Это является кабальным постановлением для жителей не только Чукотки, но и жителей Крайнего Севера, всего Крайнего Севера, Осетии. Зарплаты не очень высокие, ниже, потому что в европейской части зарплаты, конечно же, выше, они могут себе позволить на утилизационный сбор. А у нас на Чукотке по всему Крайнему Северу как такого утилизационного сбора у нас никакого и нет, потому что они фактически не продаются из наследств, то есть по наследству передается именно транспорт. То есть получается, вы в основном едете на снегоходах, но придется из-за этого сбора пересаживаться на упряжки, на древний транспорт. Это основной вид транспорта, основным видом транспорта. Мало того, что цены на бензин очень высокие, цены на крупные овощи, сейчас высокобальное постановление именно на утилизационный сбор. Другие части именно будто береговые, будто другие жители Крайнего Севера, они очень отразятся на них. Ну, современные стали до 195 тысяч сбор. Хотя зарплата у некоторых от 8 тысяч до 25 тысяч. Сами по себе бензин сочку пустой зарядка. Я не Да. Но крупный овощ у нас практически на одном ценовом уровне, даже 100 рублей за килограмм. 100 рублей за килограмм. А тут еще утилизационный сбор именно для жителей. Ну, это именно там утилизационный сбор. Да. Сколько в среднем продолжительность работы одного снегохода? Сколько лет? Ну, лет на 20 хватает. То есть, а когда тут платится один раз, когда снегоход отправляется, у нас он не уничтожается. Я к этому ничего не веду. У нас он не уничтожается именно потому, что мы собираем с отдельной части. Собираем, заделываем, что-то сами заказываем. И перед снегоходом мы нам собираем. Он появляется без наследства. И если его тогда не сдавать на утилизацию, налог платить не нужно? Или это платится каждый день? Ежегодно. А сейчас современные. Февраля 16-го года. Все, стой. Я сам житель Силовой, Чукотский район. Село именно знаменитое морские китобойни, которые известны по всему миру. Это Чукотский основной округ, крайне северо-восток России. У нас буквально от Аляски, берега пролив, который до Аляски расстояние буквально 8 километров. Вот и Силовой у нас знаменитое училище. Сейчас у вас какой план? Ну, мы сейчас Нет, я не знаю, что это.